Ребятки, сейчас был такой сигнал, я офигел. Ну, думал медный, но это не медь, ребята, это серебро. Похоже, там что-то есть. Главное, чтобы никто не видел. Лиза заглядывалась. Там что-то есть. Я офигел. Оцените, что там. Сигнал-то какой был. Ребята, я офигею. Ты только... Блин. Что это? Я в полном шоке, ребята. 1622. Как она тут так неглубоко? Мать моя женщина. Вот это Хаммерд Коин, как сказал бы один копатель. Сейчас почищем. Лиза, ты посмотри, какая монета. Данька. Это просто пупец. Обалдеть. Пацаны, я просто в шоке. Потому что это то, что мечтаешь найти. И можно не найти еще 100 лет. Я, конечно, пока не понял, что это за царь, король. Потому что не похоже ни на Литву, ни на что-то то, что я знаю. Но, о, видите, обратный поворот у меня. 1620 год я вижу. Блин, монете уже 400 лет. Без малого. И здесь я разобрал только слово «Конкордия». На щите корона и лев. Лев держит в руке... В лапе меч, а в левой руке, по-моему, это пачка стрел. Вот такой вот щит красивый. Эта монета, слушайте, она весит грамм, ну, по ощущениям, грамм 20. Кто хочет найти такую монету, дружно ставим лайки и подписываемся на канал. Потому как такие монеты на дороге не валяются, они валяются... рядом с дорогой, на небольшой глубине. Для этого нужен металлоискатель, поэтому у кого нет, срочно бежим покупать. Я шучу. Всем спасибо, кто посмотрел. Заходите еще. Надеюсь, порадовать вас золотом в ближайшее время. Удачи всем!